Так, а тем временем по Волге у нас идет работа, работа, работа. Что сделано? Значит, у нас в доводочной шпакле весь фартук, крылья наши. В принципе, вот здесь вот закончено, 320-й под машинку, останется замыть с 800-кой и красить. Ну, низ я еще не доделал. Также все стойко сделано, сама крыша, все готово. Кстати, по поводу крыши. Хоть она и была ровная, жидкой там в этом самом, вот она такая красивая, в жидкой в этом самом, в простой шпакле, в жидкой шпаклевке, в грунтовке, в двух слоях, все равно вытирается, образуются вот такие вот штуки, это неровности. Их тут дохренище, вот их тут сколько. Но это, как бы, так сказать, процесс доводки, он будет вплоть до того, как вы можете еще это даже на краске уже даже попытаться сделать. Вот здесь появились такие парочка этих самых. Вот здесь вот яма посередине была, то есть тычок. Возможно, он потом образовался, пока машина ездила по сварщикам, по 5-10. Возможно. А возможно, просто я его пропустил, тупо пропустил. Здесь, значит, останется низ крыла здесь доделать. Здесь шпаклю доводочную вытереть. Она такая интересная, доводочная шпакля, кстати, я вам скажу. Она такая, ну, как крем такая вот, такая мелкодисперсионная, такая гладенькая, не то чтобы обыкновенно универсальная. Так, здесь также, в принципе, практически донизу я уже спустился. То же самое делаем, все вытираем, вышкуриваем. Здесь я тормознулся. Вот, по крыше у нас с этой стороны тоже все под 800-ку ждет. В свою очередь это я завтра доделаю, потому что здесь нашел довольно-таки крупную такую вот тычок. То ли что-то сверху упало, то ли опять, как всегда, я что-то, блин, Короче, пришлось дешпаклевать. Слоец такой нанести, не тоненькая, тоненькая такая, но она резкая довольно-таки. Вот. Вот. Тут будет минимум шпаклевки в этом месте, но тем не менее. Вот здесь вот такие тоже повылезали красавчики. Ну, крыша сейчас, в принципе, практически такая вся, вот, можно сказать, идеальная. Вот. Честно скажу, там в одном месте нюанс, но он не будет виден, но он будет чувствоваться. То есть, есть нюанс, когда он чувствуется и виден, а есть нюанс, когда он не виден, но чувствуется. Ну, это, так сказать, есть такое, замечено мною. Ну, и все, в принципе, что? Здесь все вытерто, вытерто, вытерто. Завтра я здесь потру. У меня просто шпакляк кончился, надо все покупать уже, и шкурки. Ну, как бы шкурки есть, но надо все равно на эту машину брать штук по 20 шкурок всяких разных калибров. Ладно, все, что? Работа, так сказать, продолжается.